А? Люди пошли. Авет Бар Сервиан Джойнт. Привет, ребят, всем привет. Всем, потамочка, привет. Привет, привет, мои хорошие. А то я смотрю, вас нету и нету, и нету. Что же? У меня может интернет зависать, я прошу прощения. Ребят, смотрите. Я сейчас уже нахожусь в Сочи, ребят. Ой, мы попробовали только что, репетицию закончили. У нас концерт начинается ровно, ребят, через час. Тигоджан, спасибо. Во-первых, я хочу всем сказать, кто думал и говорил, что, ну, мало ли, все снимают концерты, все то делают, все делают. Нет, ребят, что я хочу, вот я и от лица вот тоже Степана всем хочу сказать. Дорогие мои, мы концерты не отменяли, не отменяем и не будем их отменять. Даже если в зале будет 10 человек, я все равно буду петь для этих людей. То есть вопрос не в этом. Не пишите мне вопросы, харцер мигрек, има харцерин чем патасханум, дарахамар чем бардзес. Всем привет. Я что хочу сказать, ребята, сегодня Сочи, завтра у нас Геленджик, мои хорошие, на следующий день у меня Анапа. Я еще раз повторю, ребят, 30-го Сочи через час. Всех жду. 31-го завтра Геленджик, ребята, жду. И 1 августа у нас Анапа. Не обсуждается, еще раз повторю, если там 20 человек, все равно мы поем и мы работаем. Я это хочу, чтобы вы все знали. Я вас всех люблю, и все те, которые уже приобрели билеты, если не успели приобрести, спешите, ребят. Остался час до старта. Всем спасибо, вас всех люблю. Всегда ваш Арам Артирасян. Of course, and death is inevitable. We are profound standard, very sad and heartbreaking. The legendary Marty Rosian is no more with us. The beloved singer, a great personality, a great person. A great music king in Armenia has passed away. According to the reports, Marty Rosian was in Naval Medical Center. The singer had a cardiac arrest. He was 46 years old. In connection with the singer's death, his manager made a note, a rose tried, heart stopped. He left this world without an honor. Recently, Aura Marty Rosian's video clip, There is Love, has become very popular and popular. Our deepest condolences with his family, with his friends, fans, and our loved ones. Rest in peace, legend. Rest in peace.